чешская телевизия представляет сериал «Пацуки». Яшчарка Карла. У далекой Моравии, посярод Валаского королевства, на невеликим сметнику каля Визовиц жили два пацуки. Годан и Губерт, это я. А с нами гипсовый карузлик Людвиг и Эдик. Поддоследный пацук с Праги. Жили мы у баутульных шуфлядах старой швейной машинки с видом на пылесос. Раница была звычайной, только крыху больше сумной. А где Людвичек Годан? Ён сумуе, яму сумно, ён ляжить у шуфляде и плача. Не разумею, як можа гномик плакать, коли ён еще из гипсу, так? Ну вось сумно яму, ён и плача. Помнишь, Годан, як мы знайшли Людвіка? Нашли. Ну, Годан. Выбачай, Губерт. Знов у нас проблема. Гномик сумує. Хлопча, деля Людвіка у шуфляду. Штось я не разумею. Вы собираетесь писать ему лист? Дошлем ему поштовку, каб ён не сумовал. Але тады яе трэба написать як след. Пишу. Дорогий Людвиг, як маешься? Мы добра. Хутка приедем. Еще подпись, марка и печатка. Гей, Людвиг, сябры у гости едут. Да не сумуй ты так, Людвичек. Тебе гномы пишут, хутка приедем. Придумал хлопцы. Мы тебе привезем гэтых гномов, Людвиг. Але як, Губерт, у вазок яны усе не улезут. Доверьте мне. Ходим. Вось мы на месте. Капялюш? Котелок. А коли его перевернуть, выйди вазок для гномиков, целый рыдван. Узяли? Раз, два, три, гоп! Ты зараз же его поклади! И ты так само, и ты, а ты не подымай! А что это за собачка, га? Який собачка, хомяк ты? Я Карла, кинная шарка!
фірмування штирка. Карло, Карло, позич нам гэты котелок. Ми їм гномов перевезем. Покиньте на місце. Нічого ви возити не будете. Я його вартую. А навошта? Бо у мене у фільмі така роля. Вартувати котелок. У їм вопрі день. Що за роля? Розгорніть екран. Зараз відбудеться кінопоказ. Ну, як скажеш. О кукле. Про мотыля и вопра дня. Заўсёды хацела здымацца ў кіно, і тут прылецеў рэжысёр матылёк. Для ролі ён кажа, патрэбна адно. Сядзі і вартуй гэты воська, цялок. Яшчасная яшчарка, кінаакторка. Матыль мне даў ролю, бо я кіназорка, я кіназорка. Матыль рэжысёр, я ў адпадзе. Час настав, Карла. Дякуй, лячу. Що ти наробив? Матыль, нічого не розумію. Ну, Карла ж гэтага тут і чакала, пакуль з вопрадня стане матыль. Ну, а тепер пазычыш нам кацялок? Я дома пазычу, але з вяртаннем ён жа з фільму. Хадзем, хадземце. И глядите, не попсуйте мне его, гарезники. Боже, кольки тут гномов, хоть у кино сдымай. Гэтак мы привезли до Людвіка у гості сяброў. Што зробіш, карузліку, найлепей сярод карузлікаў. Дабраноч. Мы пацукі зусім не хамякі, у нас і выгляд не абыякі, апроч хвастоў, вусоў і кіпцяў ёсць, аж шчаціненая поўсць. Прыкрыем вочы параю вушэй, адно сляпы нас прыме за мышэй. Мы пацукі, каб гэта даказаць, можам зубы паказаць.